Всем привет! Сегодня мы делаем образ русалки. Так, это неудачно. Чтобы вы понимали, секунду назад ей смыла макияж, она такая, так, взяла, переключила кадр, такая, всем привет, сегодня мы делаем макияж. Ну, подождите, как бы... Вот быстро-быстро ты меня променяла. Быстро так перескочила, я так и знала. Ну, в смысле перескочила? Предательница. Знаете, что салфетка, она еще нормальная. Блин, сколько ты тут пигментов терла, я уже тру-тру. Обалдеть. Вот это все было чистым. Это, знаешь, похоже на фломастер, если достать из него наконечники вот так вот. Так же с этими... Да, ты хотела фломастер, но я же пыталась нарисовать. Хорошо, что мы не нашли фломастеры. Чешуйки. Нет, чешуйки классная идея, но там, типа, нужен какой-нибудь, не знаю, может, какая-нибудь краска. Итак, у нас сегодня или есть... Или нормальные. Да ну, нет, ладно. Нет, там делают все, кто хочет. Палетка Джеффри Стара Blood Sugar. У нее такая палитра теней. Я планирую использовать, так как у меня голубые и розовые волосы, то вот этот, возможно, вот этот. Вот этот, вот этот, вот этот. И еще все тени остальные. Ну, красные, наверное, не буду использовать, потому что они не очень в образ вписываются. Тем более хвост зеленый, он такой зелено-голубой, да? Ну, или какой он? Салатовый? Зеленый, да. Ну, зеленый, вот. Зеленый салат, видишь, таком разные оттенки зеленого. Ну да, поэтому не имеет смысла добавлять еще красный, уже будет за нас там много. Ладно, я пойду пока поплаваю. Не хочу. Это только вещи отдам на сбор. Хорошо, вместо хвоста. Мне же надо там А кто будет оценивать мой макияж? А я вернусь. Конечно. Я уверена, будет лучше, чем тот, который... Ну, конечно. Вот так вот. Ну, все, я поняла. Все ясно. Значит, мы остаемся с вами и будем делать макияж. Образ русалочки. В моем распоряжении у меня сегодня есть, опять же, сказала вам, только палетка и кисточки. Две. Я использую исключительно две кисти. Мне больше для моих макияжей не надо, потому что оно и так красиво получается и меня устраивает. Но кисточки все-таки желательно подсушить. Я только вымыла, но... Посмотрим, что получится. Я беру цвет Glucose. Это самый белый первый оттенок. Набираю его на кисть. И наношу под бровь. Тем самым я высветляю эту область и приподнимаю свои бровки. Уже видно, к сожалению, они немножко пострадали. Попали в розовый оттенок. Оттеночек. И сейчас еще под вторую бровь наношу тоже этот же оттеночек. Давайте поехали дальше. Чуть-чуть увеличиваем. Далее я хочу воспользоваться цветом из второго ряда. Этот цвет Tongue Pop. Извиняюсь, если произнесла неправильно. Я только изучаю английский. И немножко в складку века. Да-да. Реквизит. Блин, это не было видно. Вышла, зашла еще раз. Так, давайте я все-таки с вами перееду поближе к солнышку, чтобы вам было лучше видно, как я крашусь. Тамс. Конечно, мне сейчас с этими кистями очень неудобно работать из-за того, что банально... Они мокрые, и они работают такими тенями по мокрой текстурке. Так, мне, конечно, сейчас не нравится, потому что ложится отвратно. Это отвратно. Ну что ж, я уже нанесла белые тени вот в эту вот часть. Далее затемнила немножко тенями intravenous, вот эту складку века. И далее наношу розовые тени cavity на центральную часть века и тушую их. Уголки буду эту часть затемнять более темным, скорее всего, root canal. Это вот эти вот. И подводку делать буду уходить в кому. Да, так называются они. Ну, форма уже вырисовывается. Крутецкая, конечно. Да. Мне нравится. Главное макияжа, чтобы нравилось вам. И я сейчас доделаю форму,
Сюда нанесу оттеночки Sweetener. Это вот этот вот. И, как я сказала, подведу практически слизистую оттенком кома. И вернусь. Я готова вам показать то, что сейчас получилось. Вот так вот все выглядит. Конечно, это не совсем то, чего я хотела, потому что кисть мокрая, и работать с мокрой кистью практически нереально. Но я думаю, разница уже очевидна. Глаза стали более яркие, выразительные, и на фотографиях будут смотреться бомбически. Осталось добавить тушь и убрать вот такие хотя бы видимые нюансы. Поэтому сейчас закончу и покажу вам. Реквизит готов. Вот такой вот хвостик, кстати, оказался очень тяжеленьким, поэтому даже не знаю, как я буду его натягивать и надевать. Но все, пора идти. Мы пришли на пляж, мы готовы фотографироваться. Выбрали вот тот вот камень, который реально похож на камень из Ариэль. Все, мой ассистент несет хвостик, не слышит, и прибирается с атрибутами камня. Ну и я сейчас тоже пойду. Просто я боюсь телефона нести по воде, поэтому я в чехольчике и по бережку. Все, выключаюсь и буду уже показывать вам процесс съемки и фотографии. Поснимаю тебе на канал. Так, а имеет разницу, какой стороной? Без разницы. Хотя нет, там ласты, посмотри. Там еще замочек сбоку. Замочек с правой, наверное, стороны, да? Да, да, я думаю, да. А, значит, все, у меня уже все шорты мокрые. А я не знаю, слышно? Да, да, прям просовывай. Только замочек открой, тебе так легче будет. Там ласты. Да, там ласты. Но тебе не обязательно их надевать сильно, не надо. Просто всунь ногу в ласту и все. Да не свалишься. Блин, я засмотрелась и тебя не снимала. Туда куда-то камера улетела. Осторожно. Ой, это выглядит очень прикольно. У тебя его... Ты что, прикалываешься? Смотри, он топорщится, а у русалки не должно быть. Да это ж фотка, потом просто... Очень красиво. Я похожа на русалку? Да. Можно вот так, сейчас. У-ху! Так, давай я буду... Вы думаете? Будешь? Ну да. Мы все. Ну, возможно, это не точно, но. Нет, не точно, что мы еще пойдем фоткаться. Боже, ну у нас истории со змеями только что. Я стояла в воде, мне показалось, что возле меня змея, блин, проплывала. Настя плакала, змею видела. Я там сколько раз была, ни разу не видела. И так вот так вот нам повезло сегодня, да. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Жизнь русалки. Песка наберу сейчас. Тестировать буду, конечно, этот комбинезончик. Но он смотрится бомбически. Я понесем на кабине. Не снимать, что я буду. Да. Ой, песок будет стягивать, когда песок... Если не показывать молнию, то и так просто думаете, это нужно из веру. А на фотографиях оно так и выглядит. А ты можешь лечь вдоль волны? Да. Давай. Сейчас я. Вот это вот, закулочка прикольная.
Да, мне тоже очень нравится. Сейчас я только с волосами разберусь. В какую сторону головой? Туда. Туда? Ну тут грязно немного. Там чище. Ой, ой, ой. Ничего страшного. Все-таки за руки. Нет, ко мне лицом, если можно. Как тут, да? Стой, давай я волосы. Все, переворачивайся. Как? Да-да-да. На попу садись, на попу садись. Так? Нет, вот так, полностью ноги вытяни и сядь на них, да. Да-да-да-да. Ой, красиво положить пока надо. Сейчас, сейчас. Так, все, девочки, сейчас отойдите, хорошо, я так сфоткаю. Сейчас мы спасали, да, не делись. Надо. А что, Ариэль тоже ногами ходила, я тоже. Обязательно напишите, понравилась ли вам фотосессия. И в инстаграме можете уже увидеть фоточки, я вам показывала. Поставьте лайк за старание. И рада будет подписка и комментарий. Пока-пока.